Привет, друг! С тобой вновь я, Егор, и мы продолжаем играть в Dishonored, мать его. В прошлый раз мы остановились на доме Соколова. Здесь было очень трудно, потому что противников было невероятно куча. Вот. И довольно тяжело было с ними биться. Вот я сейчас пытаюсь незаметно по стелсу проходить по его дому. Вот. Ага. Тут тяжеловатенько прям ходить, я вам скажу. Хорошо, давай сюда. Перейдем. Опа. Вот. Уже неплохо. Мы подходим. Я просто не знаю, где Соколов, и... даже не представляю, где нам его искать. Так, мне показывается костяной амулет и руна. Она на крыше этого здания, как я понимаю. Хорошо. Как выйти на крышу, мне сейчас тоже особо непонятно, поэтому мы туда не сможем вылезти, скорее всего. Ну... да, она прямо вот здесь, но достать у меня ее не получится. Во всяком случае, пока что. Итак, что ж. Я не знаю, заметили нас или нет. Будем надеяться, что нет. Чую, Соколов он в том подвале. И думаю, неплохо было бы туда спуститься. Ага, это даже не подвал, а просто первый этаж. Есть ли здесь подвал, я не знаю. Ого, они на людях испытывают всякие свои новые изобретения, а Соколов, походу, их создает. Украсть бы вон ту картину. Я думаю, то, что я писал Соколов. Вот этого парня я бы сейчас убил. А что мне мешает? Да ничего, собственно говоря, поэтому грохнем его к чертям. И преспокойно уйдем отсюда. Так как он превратится в пепел. Ха-ха-ха-ха-ха. Ух ты, я бы забрал пистолет. Нас спалили. Сейчас стража, по идее, должна бежать туда. А я могу прокрасться здесь. Обалденное место. Обалденнейшее просто. Они меня спалили, да? Ведь так? Я понимаю, да. Поэтому... Оп, картину. Да сопришь ты картину! Так, все. Бывает именно как-то. По-быренькому свалить. Итак, поиски. Что у нас есть? Пистолет, арбалет. Зажигательный болт нам не нужен, поэтому пули. Срочно нужно куда-то валить. Очень быстро. Прямо очень-очень быстро надо валить. Чтоб это было беспалевно, давай. Давай, чувак! Так. Все. Мы убежали от них. Думаю, что Соколов там. С удовольствием бы туда пролез, но не знаю как. А, ну вот мы, в принципе, и пролезли так. Вот только где Соколов? Вау, комнатка!
Как я мог не спалить? Проверь все укромные места. Вот она какая-то комната. О, господи, черт, как же мне не повезло. Я шел вперед и упал все-таки. Все, я понял, где Соколов. Сейчас туда быренько проберусь. Такс. Быром сейчас наверх. Ой, что-то быром не получилось. Блин, Соколов все изобретает эти убийственные машины по-любому под страхом своей смерти. Такой бы ученый не стал бы растрачиваться своим даром ради каких-то жалких подобных людям существ, которые просто-напросто держат город под контролем и насилуют тем самым горожан. Ужас. Ужас. Это все слишком ужасно. Оп. Так, ладно, отменить перенос. Как? Смотри, что так. Расплылось. Класс. Фу-фу-фу. А, вот, ведь сюда же надо, я вспомнил. Все. Как мы с вами и шли раньше. Вау, как залагало, зачем я это сделал? Что ж, ладно. Кстати говоря, нас вроде бы не спалили. Вот. Все шикарно. Теперь осталось дойти до туда. Здесь, кстати, нереально прям высоко. Меня палили все, потому что дико топал. Скакал тут, бегал. Да, эта комната защищена, видите. Небось, они бегают, ищут сейчас меня. Я могу такой чик сверху. Опа. Ну, я могу, конечно, убить его дротиком, но мне нужно попасть прямо в голову, поэтому... Но все-таки я попробую, да. Так, выбираю дротик и... Отлично. Неплохо. И мы его грохнули. Еще и бесшумно. Классика. Парам-пам-пам-пам. Парам. Парам-пам-пам-пам. Так. Ти-ти-ти-ти-ю. Соколова что-то там я не особо заметил. Но, видимо, вот он где-то здесь. Хватит дурака валять, вылезай. А вот фиг тебе. Да, он там по-любому. Наверное, страж сейчас уйдет, я дождусь все-таки того момента, когда они свалят. Вот, блин. И как бы... Стремно туда идти? Ну и надо. Ну ладно, пойдемте. Что уж нам. Ага. Могу ли я туда ТП-шнуться? Шикарно! Сразу сюда затп-шился, вообще класс. Опа, прополз. Так, улица. На улицу нам не надо пока что. Стража, стража. Кажись, стражи нет. Но так ли это на самом деле? Так. То есть вот мы зашли прямо к Соколову. Фух. Ой-ой-ой.
Препарированное. Что-то препарированное. Боюсь встать. Но если не встану, не узнаю, что это. Так, на это... Господи. Хорошо. Чую, что-то будет сейчас. Наполнили. То, видите, у него как бы все условия здесь для того, чтобы работать, экспериментировать. А я ворую китовий жир. Хы. Воу! Здесь рядом. Помните? Здесь будет руна. Я прям чую ее. Она совсем близко. Вот она. А, это костяной амулет. А руна где? А, это руна, все верно. Костяной амулет там. Ну хорошо. Думаю, что проникнуть можно через верх этого здания. Кстати, вы заметили, эту миссию мы проходим довольно-таки по стелсу. Мы прям как-то жестко не палились еще ни разу за этот летсплей. Мне это радует. Какой-то тепличный комплекс. По-любому где-то здесь держит нашего гостя, которого мы должны вызволить. Опа. Наверное, замедлим время, чтобы он не успел заорать, и достанем арбалет и теперь. Отлично, даже нас не заметил. Вот только где Соколов? Может, он там? Здесь как раз-таки цепь. А там ворота. Хм. Интересно. Но я хочу проникнуть туда. Пара-па-пара-па-парам. Эх. Ладно. Сейчас будет жестко не по стелсу, конечно, но мы войдем туда, куда я хочу войти. И нам никто в этом не помешает. Итак. О, походу это тот морщинистый мужик, который нам нужен. Соколов. Здорово. Я помню, что где-то здесь был стражник. Либо это тот, которого мы валили. Морщинистый мужик, привет. Антон Соколов. О, знал я одного Антона Соколова. Ладно, спасибо за комплимент от Тао. Так, ну давайте возьмем руну. Тут всякие штуки-дрюки у него. Эй, выходи! Я должен спасти этого паренька. Да он, походу, много здесь выпивает, кстати. Пустой флакон из-под эликсира. Ого! Ништяк! Машинка для создания эликсиров. Класс. Формула Соколова. Ну и как мне с тобой стак... О, еще. Стаканчик пропустить, не понял я. Отлично. Сейчас наберу эликсиров. Думаю, стоит закрыть дверь. На всякий случай.
Можно, можно меня убить? Я не понимаю, что с тобой делать, мужик. Чего это? Я не хотел ему плохого сделать. Он морщинистый мужик. Зачем ему делать плохо? Он и так морщинист. Вставай! Йоу! Я хочу спасти тебя. Я добрый. Ну ладно, мне никто не верит. Хо, тут можно спрятаться, шикарно. Так. И что, мне нужно убить сокола? Ай. А ну пойдем сам. Эй, Сора! Быстро за мной! Он без сознания. Ну! Всего лишь нам было чуть-чуть удушить его. Так, ну, теперь нужно как-то дотащить его к Самуэлю. Даже не знаю как. Я бы, конечно, смог кинуть его и посмотреть, долетит ли он до крыши, но не знаю. Вот, блин, куда же его кинуть-то, а? Хо-хо-хо, ну ты, мужик, даешь. Самуэль в 46 метрах от нас. Долетит, не долетит. I need more plasma. Что-то пошло не так. Ладно, бомж морщинистый, ну-ка иди сюда. Алкаш. Чую, придется мне его тащить теперь на себе, блин. Нет, через квартиру я не пойду. Нафиг, нафиг, нафиг. Вот тут еще можно. Кстати, что если пройтись так с ним? Ну, да, вот это я умник. Выйдем с ним туда же. На цепь можно прыгнуть или нет, я просто не знаю. Ладно, попробуем. Он жив! Ну ладно. Товарищ Соколов. Да беги ты, дурашка. Чего реально его придется снести через дом? А нет. С ним я, конечно, получу дофига и больше урона. Но все-таки могу идти. Так. Вот, даже урона не получил. Шикарно. Уходи! Ворви ванне. Как баг забрать-то? Что если Соколова кинуть? Вот для чего нужно монтажный монтаж. Ну вы дебилы. Ну ты тупой. Ха. Посиди здесь, дядя. Кабум! Хорошо, что я не додумался грохнуть в начале сокола, а просто задушил его. Те-те. Те-те-ре-де. Те-те-те-те-ре. Те-рем. Те-рем-те-те-рем. Как мне спасти этих бедных людей? Эй ты, чертила. Он даже не заметил меня, вы скажете, да? Ну ок.
Вставай, пойдем за мной. Ладно, где Самуэль? Ага, отлично. Самуэль Л. Джексон. Ну что, мы спасли чертова Соколова. Морщинистый мужик спасен. Миссион комплит. Все, шикарно. Ах, на Боба, смотрите, сейф. Убил врагов 31 за одно задание? Вот это я живодер. Простых жителей. А зачем я убил простых жителей двое? Три сигнала. Найдено ваших жертв 5. Хаос в мире сегодня текущий, высокий, ужас. Ну? Всем спасибо за просмотр. Подписывайся, пожалуйста, на мой канал. Ставь лайки, тем самым ты будешь выражать мне благодарность, чувак. Спасибо тебе за летсплей.